Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре перцовый газовый баллончик «Факел-2» объемом 75 мл. Производится баллончик заводом «Техкрим», расположенным в городе Ижевск. Это эффективное и очень удобное в обращении средство личной самообороны. Подойдет против хулиганов на улице, а также диких животных. Основные действующие вещества в баллончике – это ОС и СС, аллеразин капсикум, экстракт натурального жгучего перца и полицейский ирритант. В этом баллончике содержится максимальная величина действующих веществ, разрешенных на территории Российской Федерации. Баллончик полностью выплескивается за 3 секунды. В баллончике применен аэрозольно-струйный тип распыления. Следует помнить, что не стоит распылять баллончик в сильно замкнутых пространствах, а также против ветра, так как вы можете нанести вред самому себе. Вещество в баллончике вызывает сильнейшее жжение кожи и слизистых оболочек, также приводит к спазмам в горле и потере ориентации в пространстве. За счет компактных размеров вы всегда можете носить его с собой. Приобрести баллончик «Факел-2» вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».